Вы, блядь, не умеете прыгать, вы лягушки, блядь. Джин нажали, джин нажали. Да мне следующая упаковка. У кого надо было сначала тех, у кого шашки с самым газом. Шашки закидывай, да, слышь? Так вон, они изначально уже закинулись. Идите вентиляцию, к баню. Вентиляцию. Гений, отыгрывайте гений. Вентиляцию, закидывайте. Закидывай. Следующая партия. Кто брал? Патрой, пожалуйста, не лезьте, Никто не упал. Пошел, блядь, нахуй. Меня скипнет. Я сейчас подниму, блядь, тихо, я сейчас подниму. Все, у кого шашки, к выходу, к метке, блядь, на крышу подходить. Ходу через крышу и отыгрывать вентиляционные шахты, кидайте туда шашки с самым газом. И это обязательно спринт и трапезный. Высадка, давай. Оп, пошел, пацаны. Остальные, давайте без этого. У кого есть еще патроны, блядь, на двигал, у меня мало. У меня вообще дыхание твой, блядь, да и бичи, блядь, нахуй. Еще один остается. Кому дать ко мне подойдите, Базилию дам. Тихо, не высажу. Ласт партия. Излудите, пожалуйста, я отыгрываю. Так залети меня, сразу кину просто. Нам нужно заранее закинуть. Все. Так, пищи. Да они... Ну шо, я перевожу. Главное, раньше времени не заходите. Да. Не ворваться, так сказать. Ну, заебись, все, погнали, короче. Трахаемся. Серега, откуда взял рюкзак? Откатывай. Сейчас, пацаны, подождите. Дайте но чуть-чуть стреляющую эмку, калаш. Подождите, помолчите все. У нас что, только одна шашка, блядь? 10 шашек. Ты куда? А хули мы только одну закидываем, блядь? Пусть телефон заряжает. Все, у кого есть шашки, подойдите, сука, отыграйте. Да иди нахуй, чё ты доебался, блядь, а? Это яки. Мразь ебаная, она. Как отыграть, Рома? Как отыграть правильно? Ну, блин, закинул, ты что, ебаешься? Давай, Моз, я за то повторю, Моз, давай, кидай, ебать. Да тихо, блядь! Что на шашку было, я не знаю. Рома, вентиляционный шашку. Так-то? Вот скрути, блядь. Крутите его, крутите. Ой, ебать! Опа. Врубайте его. Ба, ну пизда. Они будут складываться? Упали, отжались. Быстро, упали, отжались. Там Джексон убежал, Джексон убежал. Лёх, Вася. Ложимся. Лежать! Да пошёл ты нахуй, блядь. Все, не смейте так сильно. Да пошел еще за ним говорят. Ну я тупой. Вы закинули шашки? Шашки закинь. Рома, ты что устроил? Шашки закиньте уже. Закидывайте, времени нет. Муз, ты еблан что ли? Закинь шашки. Только чеку не забудьте оторвать. Нормально, выдернул чеку, затем закинул. Это похоже. Как называется, блядь? Сейчас мне уже пицца доехала, пока я заказывал. Сейчас я курирую. Блядь, сука. Что вы тупни, блядь, не можете одну тренировку сделать нормально, блядь? Вы все говорить нужно? Честно, я хуею. Еще вы что-то требуете. Вы сейчас так время протянете, все сюда приедут по усы. Еще один мат высыпал. Пацаны, не надо, не материтесь. Ради мамы, пожалуйста, хотя бы ради матери. А если её нету? Это приёмный хуй. Тогда ради папы. Всё, ребят, закинули? Всё, пошли внутрь. Тихо, оторвал. А заложники? Да хуй заложники, блядь. Мне Меркель пишет, если я себе не буду соглашение просить. Я заведу заложника, куда вести? Я охраняю, окей. В допросную всех ведите. Мула с бомбой в допросную прячься. Лидер, спросите. Освободите путь в допрос. Всех лидеров, нахуй. Кто там? Ой, Оля, выйди на КБ. ЛСПД, 58 секунд в сети. Она в холле стоит, алло, блядь. Ебать. За ней сонный газ стирайте. Сука, откройте кто-то, алло, блядь. Алло, блядь, звоните. Ну, стойте на пути. Сука, алло, блядь, откройте, нахуй.
Кто у нас, ебать, мент, ебать, ну-ка. Так, короче. Пацаны, рассредоточьтесь по зданию, где они спавнятся, пожалуйста, прошу. Ну, встаньте в ебучей их, блядь, раздевалке кто-то. Кто-то уходит в допросную. Мулос, Сашенька, ты в допросной с бомбой. Да-да-да, я здесь. Остальные, ну, прям, рассредоточьтесь по зданию. Кто-то у тюремников встаньте. Ложники делают. Сука, Рома, Рома, дай нахуй оружие, долбоёб, блядь. Кто-то на рецепшене встаньте. 25 патронов. Дай, дай 10, заебал. Чё даганов, ты, блядь, Мотя, даганов. Ты ж мод ебучий. Мотя, дай, дай пушек, заебал. Это свой. Пизда. Я знаю, что Мотя должен ганы дать. Короче, быстрее, потому что мне скоро уходить. У кого ганы есть? Дайте ганы, сука, ебаный рот. Кто там? Чё за чмо летает, блядь? Тут уже ФБР собрались. Чмо, потому что тут это... А, ФБР собрались? Да, тут уже... Ну, он не подчиняется. Меня выстрелили. Не подчиняется, можно сразу брать его. Кулаками залупить. Погодите, Люцифер, еще двоих с крыши забери заложников, пожалуйста. Пацаны, пожалуйста, рассоситесь, не бегайте толпой. Встаньте кто-то в кабинет шефа. О, у Глисон Митч просто убегает. Че за дауны? Элис Джексон. О, она Дэс пустила, сука, дайте мне, блядь, оружие, блядь. Какой шок, какой нахуй фут, ебать. Оно что, упало, блядь? Не занимайте дверные проемы, ну ебаный в рот, блядь. Это какой нахуй фут, пусть убирают. Все, побежали, блядь. Коля, побежали, забей. Давайте быстрее, ребят, не скоро уходить. Блять. Откройте, пожалуйста, кто-нибудь этот. Умоляю, дверь подошную, дверь подошную. Стасик, стой у двери, короче, постоянно F-ка жмякай. У кабинета шефа кто-то, не прям в кабинет шефа. Встань сюда. Чуча, блядь, дай мне в этот ган, дай ган. У меня гана нету, блядь. Откройте еще раз. За мной сюда. За столы встаньте, ёпта. Встань, вот сюда. Дай сюда, типа. Да, вот встань. А у меня мешок на голове. Ничего не вижу. Рот закрой, быстрее иди. Блядь, тут какой... Ну да просто. Сука, вон сидит, сука, сонный газ, сука, ебать. В заложники её, нахуй, не похуй. Всё, открывайте, откройте. Откройте. Марат, встань, пожалуйста, у входа в оружейную. Откройте дверь, пожалуйста, сука. Я рычажки сюда дашь, пацан? Откройте, блядь, дверь! Стас. Гер, поиграй. А зачем, блядь, дверь не можешь открыть? Я уже отыгрываю. Это пиздец, скажите, чтобы она нахуй устраняла, мне похуй. Либо она устраняет, либо нахуй идёт. Встаньте прям в районе кто-то. Тупой. Макс, да, знаете, да? Встань, пожалуйста, в проход. Скриньте её от игрока. Лиса медленно упала на землю. Начала рыть мешок, как брундук, блядь. Издеваться, как черня, блядь. Тише, блядь, пожалуйста, нахуй не орите. Макс, окей. Коля, встань в проходе, как рама ебучая. Просто, блядь, никого не впускай, нахуй. Аним один-один в проходе встань, и всё. Ты дверь, блядь. Всё, запомни. Двери, да. Кто пусть говорят смотрит. Бля, помоги чекать выход с крыши, пожалуйста. Я дверь ебущий. Я уже не понял. Убусион Митчелл свой. Марат, иди сюда. К рецепшену. Иди встань, где тюремщики вместе с Сашей, который Джим Рейнер. Отлично. Заебись, мужики. Вот, всё, отлично. Да, какие тюремщики? О чем ты? Где тюремщики? Ну, зэки, блядь, я бы. А почему лидеры ЛСПД были за это? А у нас ФБР есть, ну похуй. Какой? Теракты можно проводить при этом. Забей. Блин, так я этот. Я же сказал то, что она обязана явиться на переговоры. Похуй, пускай офицер первый приходит. ФБР 2 часа АФК. И похуй. Она в сети. Устранять будут замы. На что замы нужны? Так, ебать, так и есть. Что написать, Джо? Мне похуй, пускай кусан устраняет. У нее замов нету. У нее такой не замок. А кто сообщил, что тут теракт? Мне вообще похуй, блядь.
Есть другие. Давайте у Алисы отберем эту, блядь, Рашу и скажем, что тебе. Да. Да, и. Давайте раз, кто мы все? Вас самый. Я отберу сейчас Рашу, где Алиса? Самые красивые. Да просто. Танк нахуй предоставили, суки, и два. Тише. Саш, чего ты говоришь? Тихо, не мешайте отыгрывать. Хорошо, минута. Брат, у тебя минута. Витя, где бомба? Бомба у Саши. Саша с биндером. Хочешь, ты можешь заменить его? Не-не-не, я без биндера сижу. Иди сюда, пожалуйста, Илюх. Встань сюда. Куда? Вот сюда, с краешку так встанешь, просто будешь вот тут палить. Ну или вот так вот краешком встанешь, вот как я. Ты меня видишь? А, не-не-не-не-не. Иди к зэкам. Пришел. Нет, ты не туда пришел. Зэки именно, где камера. Камера. Я камбэкнулся. Так, хорошо. Все, вот сюда к дверке встань просто. Здравствуйте, террористы. Тише, пожалуйста. Тихай. Не рите. А теперь извини. Складывайте. Каждое вот это тупое тело плюс 10 тысяч. Ебать, у них картон. Не понял. Кирилл, тише. Так. В лекторной никого. Все, не пускай. Все, лекторную не чекайте. Лекторная чита. Зэки тоже чистые. Когда на спавне остаются, еще буду всех складывать. Хорошо, отлично. Мне мрази выйти не дают. Какой-то цель есть, это супер. Вот это круто, вот это пацаны. Вот, рассредоточились, вот, все прекрасно. Ёпта, кто в центральном холле стоит вот в этом квадрате ебучем, встаньте за столы, нахуй, ёпта. У вас вот через этот компьютер хуй просто... Ёбите компичи, нахуй, компичи, ёбите. Двери откройте. Компичи, ёбните, дебилы. Ага, отыгрывайте в здании сонный газ. Откройте эти двери, там нужно помочь этому Олдману. Да, Стасик, держи дверь какую-нибудь одну. Одну держу. Прямо открытой. Да. Шалис. Не зайдешь, я здесь. Тащите их, слышь? Илюха, Саня, тащите их. Стас, открой нам дверь, которая я левая. Валя, бери Арчи, я беру Сергея. Другую, открой, пожалуйста, другую. Это правая, ебаный в рот. Ну, от входа это левая. У меня от выхода. Соснул, компич соснул. Дегенерада, блядь. Компичи, блядь, они мне, блядь, в армии постоянно. Сыть им в карманы, вообще похуй, срите им в карманы. Это компич умирал от поджопников. Насрите ему в карманы, заставьте руку за... ПЖ. Там еще... Все, Стас, отпускай дверь. Хорошо сработано. Вставай теперь. Давай, иди. Давайте на хорошего эффекта еще одну шашку кинем. Ой, блядь, он тоже был. А где Элис? Она где-то там в мясе. Подвиньтесь, пожалуйста. В этой, в допросной вроде вместе со всеми. Одна офталась. Нет, вон она лежит, по-моему. В смысле? Да, где она? А, все, вон она отыграется. Да не блядь, ёбаный, закройте, блядь. Невозможно пройти. Шпроты, блядь. Протолкните их, пожалуйста, протолкните их. Выйти, блядь. Молю вас, протолкните их. Ради папы, ради мамы. Ради только твоей. Ради какого папы, долбоёб? Все, ладно, у тебя папы нет, сори. Да не, блядь, типа без рожи. Снимите с них хотя бы мешки. Слышите? Мешки хотя бы снимите, пусть... Смотрит хотя бы. У меня временно мало. А ну пустите, поснимаю. Да, поснимай, пожалуйста. Пусть хотя бы видят, что происходит. Ребят, я временно Муласа замутил, потому что там... Блядь, я жду, когда Элис начнет отыгрывать, как она, как бурундук жрет мешок. Блядь, не снимайте мешок. Блядь, боже, отъебись. Въеби коту, въеби нахуй, въеби ему. Знаешь, как она написала? Каспер де Калантес, Каспер де Калантес. Зашел в это. Каспер де Калантес. Зашел. Она куда пишет? Де Калантес. Где он? А, все. Каспер де Калантес на пороге. Я иду с ним попизжу. Откройте дверьку. Каспер, нахуй, стыки этого гандона к хуями большого. Тише, нет, там, блядь. Блядь, заткните нахуй, ебальники, все, блядь. Уберите заложников с проходов.
А хуй они там развалились. Витя, бомба вы наготове? Бомба у Муласа. Муласа, размутьте, пожалуйста. Я бы замутил, потому что он с мамой там базарил. Типа, я ору, если бомба не успеет вовремя взорваться из-за Муласа, Витя. Это будет подстава. Просто у меня с собой 50 травки и 200 тяжей. По-моему, вообще пофиг на господа. Блядь, да уберитесь, сука! Блядь, ебучий Дима Фомаев, камень ебаный ему ебало бил, блядь. Я похуй, мне камень. Блядь, кого ты ссышь, сука, долбоёб, блядь, я тебя балл заби прямо здесь. Алло, Пиков, Пиков, все, блядь. Каспер, дебил, без противогаза зашёл. О, ну всё, пусть лежит, нахуй, ёбаный рот. Спать. А что за бомж в ПД? Ну это ты, блядь. Что за это бомж Пиков, бегает, это блядь? Это Пиков Сергеевич, ты дал? Пиков Сергеевич. Ты знаешь его? Простите, пожалуйста. Говорю, давайте не забывайте. Да не надо, не обижайте Пикова. Алло, всего ты дал фамилию с отчеством. Саша, Саша Мулас тут? Да. Нет. Все, я тебя размутил. Короче, ты же есть в партийной рации? Да, но у меня там нет. Блять, в смысле тебе нет? Открой, пожалуйста, дверь. Саша, ой, Стас. У тебя пропуска нет, пора. Всем ментам попасть. Да? Ты приготовился просто, чтоб я если слэш Г написал, ты взорвал, понял? У меня нет Г. Блять, у кого тут есть рядом Г? Я могу его пригласить в партию. Где Мулас? У меня нет самой рации. Да ну нахуй. Ну я смогу, если сейчас сказать. У него рации нет. У него рации нет. Короче, рядом с ним встань, слышь. О! О, пацаны, это, блядь, скиньте там, блядь, трапсит то, что он отказывается, блядь, мы это нахуй тупо зовем, ебать. Сука, блядь. Заткнитесь, ебаный в рот, блядь. Ты заткнитесь. Где допросная? Вот это. А ты что там? Между... Между... Короче, слышь, я вот так вот буду кричать. Рома, отпусти. Понял, как я буду кричать? То есть взрывай и да. Взрываешь. И вы говорите ему, вот сейчас взрывай, и он биндер играет. Поняли? Я в Г скажу взрывай. Я у скажу нет Г. У него нету Г рации. Понял. Ты просто я ему передашь, да, все. Вот так спокойненько, на легких тонах, мужики. Часа, яйца. А, так я могу войс сказать просто. Да, ты войс кричи. Не фракшу с войсом, не фракшу с войсом. А. Да, сука, иди нахуй. Тогда кричи, ебаш! Давай. За Россию, за Сталина, блядь. Какой нахуй Путин, ты что, ебанулся, что ли? Кто такой Александр Дмитриев? Подождите. Александр Дмитриев. Сейчас... Тихо, блядь. Блядь, Серега, реально, закрой рот нахуй. Я тебя сейчас замучу, блядь. Ты меня заебал. Я говорю серьезно, абсолютно, блядь. На серьезных щах, нахуй. Что тебе все, непонятно? Я не слышал, что все, говорит. Все, это, блядь, дура, а нахуй. Что сейчас забыл? Я? Я пришел друга в ПД устраивать. Устроил? Ну, блядь, целый день ЗП качал. А чё пусть никто не идет, нихуя. Че ебу, блядь. Пришел к вам, а меня тут ждали. Мрази, всем похуй. Заткните эту вагину, скажите ей, чтоб она уже на переговоры вызвала. Она ей говорит, она говорит, передаёт вообще. Она заебала там мясо, блядь, и печь. Она что, она нормально говорит всё, она всё нормально пишет? Стоп. Элис Джексон, шеф полиции. Сана. А чё она как РП играет, как мразь? Бля, не задавайте тупых вопросов, сука, лишних. Я реально вас сейчас замучу всех к хуям.
Что она говорит рацию? Сана, блядь, ты тут нахуй. Ты чё молчишь? Да тут он, блядь, не кричи, пожалуйста. Ну, да, она спрашивает, она говорит, передается в рацию или нет? Да, да. Ждем переговорщика в ЛСПД пишет. С главного входа просите. Вот этот долбоёб с черного зайдет. А то зайдёт, если зайдет через вентиляцию, Человек-паук. Витя не любит, когда с черного входа заходят. Да. Мы не проработаем черным. Не, ну правильнее будет шоколадного входа. Блядь, ДН запрещен. Устал нахуй у пальмы. Витя человек простой, любит, когда к нему с парадного заходит. Еще не забывай, 15 минут минимум. Кого? На теракты, блядь? Это на общение 15. Алло, тут я могу дать минуту. Каспер заложников? Нет. Каспер заложников? Каспера я вышел на улицу, чтобы отдышался. Он просто противогаз просит в ЛСПД. Короче, мужики, мой запрос — танк, да, и катер, чтобы прям ко входу прикатили. Мне похуй. Только мне скоро уходить. Сколько ты сейчас сможешь? Минут 20. Включите свет. Отлично. Это госнаркоконтроль. А, у тебя тоже минус один, да? Вот, пожалуйста. Хорошо, отлично. Сколько времени на прибытии переговорщика должно быть? 15 минут, да? Мне похуй, я им делаю. Скажите, через 5 минут никто не зайдет, но... Прям так и говорите, вообще похуй. Так, через 2 минуты... Йога. Если что, заведете просто бомбу на 10 секунд, мы съебемся быстро в РЦЛВ. А там уже в гетто, нахуй, перестрелка. У меня перестрелка. 1 секунда. А, от руки сыграешь, от руки сыграешь. Я изменю там. Сможешь, просто тихонечко, спокойно. Я хуй знает, она как-то ответила на 9 с хуем, со Стас. Поясняю всем, это как-то пизда. Получила 9 баллов, но на РПшке вообще... Мисс с точками, но это фулл РП, сори. А Стас, ты замучен? Нет, Стас не замучен. Стас сам замутился и пишет в СМС. Умный человек. Умный. Мозг, нахуй. И вообще зигхай, блядь. Я шкаф, нахуй, я дверь не помню. Вы объявили 5 минут им? Ребят. Тут кто-нибудь говорил, тут все в газе, наденьте противогаз. На прибытие переговорщика 5 минут. Привет. Ты кто-нибудь говорил? Можешь меня выпить? Ей сказать. Что вы сказали, да? Мама зовет. Кто, блядь, мама зовет, там орёт? Замути этого еблана. Алло, ребят, ну кто там стоит в допросной? Что вы сказали ей сказать? Я. Тут, я сейчас сказал. Пять минут им дал? Подожди, да, Марат. Пять дал им дал. Пять минут дал. Дословно скажи, что ты ей попросил? Я сказал, блядь, сейчас скажу. Тут все в газе, наденьте противогаз. На борьбу тебе переговорчик 5. Это ты в какую минуту сказал? Это было, бля, 34 где-то. Ну да. Окей, 34. В 39 взрыв. Угу. Куда ты нахуй? А как ты двери? А, ты же этот. А я не могу двери почему-то открывать. Просто что за... ставит или одну? Это, блядь, кто такой? Забегает кто-то к вам. Слушайте, там кто-то забегает. Ебану. Я, кстати, со склада ЛСПД, короче, взял наручники 5 пар. И дубин. Великолепно. И перчатки, чтобы обыскивать всех. Мужчинам все равно, кажется, уже огненцы, скажите ему, пожалуйста. Похуй, забейте на него. Пусть ничего ему не говорите, пусть камень, блядь, лежит дальше. А че вы пожар тушить-то будете? Бля, сейчас приду, застрелю его, иначе пиздец сейчас будет. А сколько там, 10 секунд или 1? Как говорит, чего вы пожар тушить будете? Откройте дверь, откройте дверь, откройте мне дверь. Штуча! Пожалуйста, нет, подожди! У тебя скип есть, мразь. Слышишь, кто это пиздит? Кто из вас тут пиздит, этого ублюдка? Кто тут сейчас разговаривает? Заткнитесь срочно. Вот это Сергей Компи. Ты понимаешь, ты мешаешь, тварь. Ну не тварь, простите, извиняюсь, очень дико извиняюсь, но вы мешаете, ребята. Тварь.
Ну, давай ты заткнешься по-хорошему. Вот еще Митчелл, да Митчелл. Ты тоже заткнись, пожалуйста. Побью. Чё-то так мягко. Если он открыл свои баники, я его пристрелю. Заходишь, говоришь, ебало, стяните все. Блять, я экструз вообще, ебаный в рот. Дай мне. У-у-у. Это бан. 3-6-3. Но он вырежу, похуй. Скажу, вылечу. Можешь убить Илью красную? Давай. 30 минут. Дайте покушать, дайте яблочко кто-нибудь. Себе ебало, говно. Уже не хватает. Откройте дверь. Что, отыграли, как приставил пистолет к виску и спустил, блядь, курок, все, его. А чувак выходит. Застрените, что вы тут будете. Мне похуй, смотрите, какой ямбал широкий, ну, батьми. Портфель такой здоровый. Я представляю, если переговорщик зайдет без противогаза. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не убивай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стоп, еб. Стоп, right now. 30 секунд осталось. Откройте, открой, до чего осталось? До взрыва, мы им дали 5 минут, чтобы... Слушай, что Каспер говорит, он один. 5 минут, да, минимум, алло, ну что вы теперь... Что 15 минут? На похищение? 15 минут, 15 минут это на выполнение требований. Ну, это так неинтересно, давайте дадим им еще время. Ну это же неинтересно реально. Просто 15 давайте... минут на выполнение требований. Бомж. Откройте бомж, дверь. Дай мне. Откройте двери. Откройте двери. У тебя пропуск, открой на букву Р. Нельзя, блядь, нельзя. Я не могу даже на... Илюха, попробуй убежать, что будет. Так, ну тут дверь как бы стеклянная, я должен через нее всех видеть, так что... Пруф на то, что стеклянная дверь установлена. Кто тебе сказал, да? Мы же здесь нахуй, из дерева. Ну ты что, блядь, слепой, не видишь, что это типа, что это, стекло, блядь? Может, тут нет двери вообще, блядь, на заборе хуй написано, там дрова, что на это скажешь? Что, долбоёб, текстура, стекла, блядь, что прикола. Видите, если у меня фрапс отрезан на 5 частей, я 5 раз пизг. Нормально. Стекло прозрачное. А, кто остался, пацаны? Мне кажется, лучше побольше, чтобы вернулся туда. Может, Лео и Марат вернетесь к этим? Да не пускай. Там заложник. Что там, переговорщик пришел, чешо, а мне взрыв? Там 5-6 педиков на входе. Ладно, давайте еще 5 минут. Слушай, дадим. Ром, ой, Витя, там сейчас все очнуться могут, я ударю их автоматом всех по лицу. Бей, да хоть ногами хуярь их, мне похуй. Нет, чтобы они сознание не пришли. Бей, лупи, лупи их вообще, убивай. Кричи страха. Вот уже человек. Кричи страха нет и бей их ногами. Чуть-чуть, пожалуйста, быстрее мне уходи. Я понимаю, быстрее, но Рома хочет потянуть кота за яй. Так все, вроде, они же вроде не пришли. Короче, все, открывайте дверь, слышь, открывай. Я еще 5 минут даю. 3 минуты дай, не давай нахуй 5. Много это 5 минут. Они там чела подставного готовят, слышишь, подставного. Они там Фомаева перенарядили, блядь, в это. Ой, Фомаев! Дебил, дегенерат, чмо, пидор. Ты меня мать выгони сейчас. Там челик пишет, меня мама зовет, убейте. Витя, какие наши требования? Заложник. Танк и катер прям, короче, по бетону нахуй привезли, чтоб... Не, и танк и катер ко входу. Танк и катер ко входу. У вас 10 минут. Танк, который плавает, лол. Я им дал 15 минут, но 10 слишком мало. А кто-нибудь... За тайми. РП-док у кого-то есть? Камера, пишешь? У меня есть. Я тоже снимаю. Камера. Так на вход беги, на вход бегите. Пусть отыгрывайте РП, отыгрывайте сейчас все. Он будет открой дверь, открой нас одета. Дверь откройте, F. А чё я один сижу в допросный? Я один в допросный, алло. Да сейчас придём, сейчас придём, не кричи. Быстрей, мужики, дверь откройте. Откройте двери, F. Каспер сам откроет. Марат? Ты всех тут испинал? Подожди секунду.
Лео Костило, ты хорошо делал. Деньги не присвоятся. Пусть через стекло смотрит Ло. Пустите его, да, отойдите там, те, кто лишний. Роман Мирошиченко, как дела? Да и да, пиздец. И посмотрите за тылом, потому что они могут туман. Отойди, Серега. Серега, отойди. А зачем ты переходишь? А, ну ладно, давай. Серега. У тебя бомба, да? У тебя бомба. Да, на спине. Серый. Алло. Пожалуйста, спасибо. Мерси буку. Закрой его телом. Услышишь выстрелы, короче, это. Лупи бомбу. А, Марат. А, нет. Да, Марат, пойдем, идем со мной. На 10 секунд заводить чуче или на одну? На одну. 10, да. Если... Где лед Брэдбери? Вот сюда встань, пожалуйста. Хуйна. Ага. Эллиот, ты тоже можешь здесь стоять. Да, пацаны. Полите за задним входом. Где так, кое-что? Тут где-то. Максимка стоит. Умный. А Лео, выйди оттуда. Откройте дверь, Лео. Или у него есть ключи? Я тут, если что, быстро. Марат, иди сюда, пожалуйста, открой дверь. Откройте мне. Тише, я открою все. Потом, Стас, это ты там, да, на входе? А, все. Так, все, Марат, можешь туда вернуться. Лео, пойдем со мной. А ты вот здесь встанешь, в этом углу. Просто если что, начнете их это задерживать как можете, просто ебашьте их. Возьмите склад дубинки БРБ, короче, и сразу дубинками в спину ебашьте. Сюда просто встань. Я буду в варьке в СПД стоять. Чуче, блядь, я фрапшу. Слышал мне там фрапшу. Действие газа уже прекратилось? По идее, какие требования попросили, слышишь? Какие требования были? Полицейского департамента огражден на входе находится еще человек. Танк, лодка. Танк, лодка, у них 15 минут. Есть сюда у кого-нибудь? Нету. Какие требования были? Танк, лодка. Танк, лодка. Смотрите, теперь, мужики. Макс, оставайся здесь, будешь стоять. Все из холла уйдите. Тише, блядь, пожалуйста. Макс, оставайся здесь, все с холла выйдите. Двое к тюремщикам. Я здесь, ты понял. Да, ты там стой. Я у заложников буду. А как они катер как входу в натуре? В РПМ. Пожалуйста, все уйдите из холла. А, ой, блядь. Ром, уйди, зачем? У нас здесь Макс, он стоит, камера. Мы даже не спалят. Скажи, ты да бот ебучий стоит просто. Откройте. Сейчас. А все остальные, если что, просто в дверь бегите, туши свои закрывайте, огромные. Чтобы бомба отыгралась. Откройте двери, блядь. Стас, если откроет, Стас, если уйдет оттуда. Витя, смотри, если они под сонным газом, я могу ударить? Да, бей, лупи. Откройте дверь, пожалуйста, в холл. Подожди, Рома выйти не может. Открыл. Рома зашел? Там какой-то чучело зашел, слышите? Сана, что Алиса сказала в рацию? Вопрос, а разве танки дадут? Откуда танк будет у нас? Какого шиш... А, это нон-РП она написала. Mm-hmm. Да. Ну, похуй. Вообще похуй. А сонный газ еще есть? У сухопутных войск есть, блядь, танк. А вот они будут умные, если они заменят танк, не дольют топливо в танк. Там танки без боеприпасов, если что. Ну, да. Это тоже так, на заметку. Мы все равно в танк все не полезем. Полезем, в дуло кто-то прятался. Тут еще один заложник. Макс жопой надулось, если что. Витя, Рома, газ еще действует или нет в здании? Давайте. Если нет, а кто проветривал? Никто. Я форточку закрыл, мне похуй. Не пукнул. Давайте все на счет три. Это сонный газ. Слушай, вы где? Вы где? Все просто по зданию рассоситесь и готовьтесь, ми пукнул. Пишите все, ми пукнул. На счет три? Два. Три. Сонный газ, мужики, отлично. Ой, пукнул, по морозам пукнул. Оп, цыган упал. Ну что ты враг тут сказал? А, ну у него и нет офнулся. Ладно, пропустите его. Чуйча, что там? Пукнула. Даже девушки пукают, чекай. Короче, у меня есть такая идея, смотри.
сейчас написать, что сонный газ закончился, я сейчас всех уже заготовил бинт, буду по голове, короче, пистолетом ударять. Давай, чтобы все... давай. Пишите. Кстати, на крыше совсем пусто, я случайно вышел что-то. А сколько я требования выдвинул, помнит кто? Я на крыше стою, снайперки отслеживаю. 42 у нас было задвинуто. Много фубарышев, много копов стоит. У них еще машин стоит. 5 машин лежу уже. 5 машин стоит, слежу. Адольф Логачев, Адольф. Ты зовут? У них какой-то бомж, они его задержали. Шо? Короче, помоги мне, ты со своей части начинай всех по голове пистолетом ударять. Ногами бейте, ногами. Зачем ногами? Я пистолетом буду. Чтобы они сознание потеряли. Я начну с Элли Джексон, пожалуй. Так. Да, вот. Два пальца ему. Два в парадное. На крыше вообще пусто. Я спокойно со снайперки стою, смотрю. Бей по зубам, писать нажимать. О, пацаны, давайте все дела заберем. Чтоб она зубы выбрала. Мужики, заберите личные дела. Бля, давайте быстрее, мне бухать зовут, нахуй. Потерпишь. Потерпишь, ты что? Так. 10 минут и взрыв, короче. Давай, бля. Пошли. Они еще за продолжение. Мужики, идите. А ну-ка, давай. Погодите, сейчас чек, но дает ли Элисон Осенфо в дискорд? Тут челик какой-то зашел. Тут смешник зашел, слышите? Хм, да куда моргаться? Алло, тут сонный газ. А, у меня микро почему-то... Тут на пердели вообще. Тут смертельный газ. Какой-то Джексон, короче. Смертельный газ, да. Да, тут вообще-то пердёшь как бы. Да, она 100% полсенс фейк, не то. Что она в рацию пишет? Каспер, не могу, потом расскажу. Я не понимаю, она что у меня это? Открыть! Мне нравится, вообще не слишком похоже. Алло, что у вас там уже началось все? Саня, у тебя на какую клавишу открыть меню? На Б. На Б. На Б? А, этот? Вольсчат, да. На F9. А, F9? Да. Понял, спасибо большое. То я хочу поменять эти клавиши просто. Все короче. Витя, мы всех вырубили, допросный. Отлично, мужики. Вы такие мощные, блядь. Пиздец, ауф. На крышу вообще охеренно. Сань, хочешь, можешь зайти постебать их там на улице? А где вы там? ЛСПД. ЛСПД. Только это, вот тогда микро выключи здесь. В дискорде, чтобы нам не мешать, то мы так это... Как-то обидно. А вроде. Там кто там, кто там, кто? Да там чепуха, там Дима Фомаев вообще чепуха. Это уебок зашел, сразу выбежал, ничего не откатив, когда у нас сонный газ. Кто зафрапсил, на Фомаева пишите мне. Я зафрапсил, я напишу. Ну, на Фомаева пиши, уебка. А где начальник Анал С? У вас там все хорошо, да, пукаете? Да. Я заметил. Сейчас ты взорвался. Сонный газ. Чего нет? Что ты, Адольф? А потом почему мут, почему мут, да? Сейчас это не будет мут. А вообще войс там говорить или нет? Не, войс мы молчим. Я думаю, что ты тихо вообще, как будто мертвых свалось много. Танк просят, понимаешь? Время уже много прошло, всем уже надо уходить, давай взрывай. Серьезно, слушайте, а Хинфу может залить на Каспера ЖБ, потому что он отыграл, что он в противогазе. Не надо, на Каспер не взрывай. Еще 5 минут еще, мужики. 5 минут. Его пишут, РП пусть отыграет. Его пишут. Тихо. РП пусть отыграет. Танк.
Да заткнись, блядь, потому они что... Они на жестяну танк не выдадут, они только чего, ПРП будут. Там. Витя, если они выполнят требования, то что делаем? Взрываем. Танк должен быть на ходу, по сути. Типа... Сейчас бы танк был, да? Пускай система... Типа с пешком идете, мид-танк. Почему? Почему на ебучие мероприятия Энзо Феррари ставит танк? А они нам танк выдать не могут. Вообще можно сзади танка... Даша, пойдет он... Просто пойдет полная дичь. Я не буду стрелять. Аллахом клянусь. У нее есть еще одна... Какая разница, ты не будешь. Будешь подлетит, сядет и все. Ну, рестните сразу тачку. Откуда? Вот откуда, че, кого? Пусть тебе на ТП, у них две минуты, две минуты. Пишет ПРП, отыграет, там к сожалению его не выдаем. Подожди, стой, мы в 42 секунды... Знаешь, один танк из 10, знаешь? Кирилл, подожди. Пишет система, за место него другую машину дадим. Ну давайте, экипаж из 4. Пау, стреляет. Пускай Султан дают. Какой Кловер, блядь? А, знаете, вот этот огромный грузовик с колесами огромными, блядь. Дамб. Я вам мусорную машину выдам, вам хватит. Подожди, теперь смотрите. В 42 минуты мы сказали, у вас 15 минут. Да, осталось у них 4 3 минуты. 3 минуты. Я скрины красивые сделал. Чуча, на 1 секунду выбираем еще раз, стоп. Проверяем. На 10 секунд и все съебываются, все съебываются. А можно, я взорвусь? Хорошо. Я сейчас приготовил. Что а это было? Они отцепили, короче, тут. Дайте еще инфу, когда бежал. Хорошо, да, я в ГГ начну орать, чтоб бежи. Заходите нам. Чуча сначала подходит. Откройте их еще времени, сколько времени? Откройте двери. Откройте мне двери. Открой двери, открой мне. Сколько времени еще, алло? Это я. 3 минуты есть. Это Трэвис Скотт, заходи. Там кто-то в нижнем гараже. Скажите, как взрывать будете и кто взрывать будет. Кирилл, можешь, пожалуйста, организовать системную бомбу? CJ, my dog. Вот что взорвете. А Виталий взорвал. А Виталий взорвал. Где они? Ее надо красить, у вас она и так есть, нет? Или которая через ПД? Не, смотри, стой. Тише, пожалуйста. Смотри. Кирюх, можешь себя просто назначить? Подожди, блин, да, пожалуйста. Саня, если ты в противогазе, то отыграй, потому что ты сердечко должен, по идее. Свинья ебаная. Пошел нахуй. Назначить себя? Не было. Бля, можете реально свои ебла закрыть? Я могу сказать хоть что-то или нет? Назначить себя лидером мавки? ТП Фейсбукер? Что, мудак? Закрой ебало свое свиное с... Согласен. Заебал, блядь. Ну закрывали пиздуки, нахуй! Ну мне похуй, иди в мут, блядь, огрызки. Короче, да, Кирилл, переодеваешься в мафию, воруешь бомбу на СВ и сюда телепортируешься. Так вот, она и так должна быть, не? Она у нас РПшная просто, РПшная, с 4. А ты поставишь систему. Не взяли. А как мы системку поставим? Мафии нет. Плюс мафия. А вы не мафия? У вас нет нигде? Маниовка. Не, ни одной мафии у вас нет? Есть Люцифер, но он не сможет здесь поставить. Кирилл, давай, Виталий так делал, ты а тоже сделаешь. А, можно просто без этого? Еще одну удачу. Без самой системной бомбы выявить из-за морозки? Нет, делать? Нужна, я хочу взорваться. Нет, можно, да, без системной делать. Понял. Чуть-чуть, что там? Ну, минута. Сейчас, подождите. Заходишь ко мне, я ставлю, понял? Смотрите. Что за лох, блядь? Что за конченое чмо бегает, нахуй? Трех блядь, да это Саша, нахуй, отъебитесь от него. Сколько вам раз повторили? Стас, ты же фраксишь. Стас. Да, да. Пойдем со мной, иди сюда ко мне. Главный холл, вставай, где этот, где бы ты ебучий. Кирилл, ты будешь бомбу вырывать? Где? Давай, эти места сосуды. Круто, у нас идет РПшка, мотрится. Пацаны, с ЛШМП все пишем. Сука. Нормально. Смотри. Ну что, я написал. Кирилл, ты бомбу будешь мне добывать, заебал? Сейчас дам. Витя, 5 минут вроде прошло, не? Все, пацаны. Забегай. Не уложились в срок. Забегай. Подожди, нет, сейчас... не взрывайте. Стоп. Они Катя привезли.
Ну и... А танк, блядь, пускай нахуй, пускай везут танк. Танка нет, но вы держитесь. Давай быстрее бомбу. Бомбу взрываешь ты, как далеко он взрывал. Я просто передам кому-то, вы не сможете разве? Там есть... Ты не сможешь, только через багажник. Цел бомб, алло. Люцифер сам... Пид, блядь, сейчас... Чё офнулся, блядь? Ещё и офнулся от смерти. Чуча. Ну, подожди, я вам сейчас дам бомбы, только отыграйте ее ПРП. А не просто бомбы, поняли? Да. Кабинет шефа. Кто помнит, что это вода, вы что, охренели? Кабинет шефа, иди, пожалуйста. На 10 секунд, да? Еще на 10 секунд. Сейчас, подождите, ждем Кирюху. Сейчас на крышу идем, да? На крышу. Кто стреляет, блядь? Давай, кому выдать ее? Только отыграть. Люциферу, Люциферу, 871. Люцифер. Я седьмой ранг, я не смогу пиздануть. На крышу, да? Ты взорвать ее сможешь? Короче, седьмой ранг, там восьмой минут. Кирилл, ты взорви. Ну давайте, отыгрывайте РП, я поставлю на 10 секунд, да? Да. Да. Бомбу 10? Да. Отыгрывайте РП. Да мы убегаем. Мы на крышу убегаем или куда? Да, играйте РП. Нет, катера, нет, нихуя. Куда мы убегаем? На крышу. Откройте дверь в холл. Откройте дверь в холл. Заткнись. На крышу все. Заткнись, откройте дверь в холл. Блядь, не ставьте меня нахуй повяжу. Алло, сука. Откройте дверь. Чуть оставить? Да не ставь пока что нихуя, блядь. Вернитесь. Вернитесь все. Все забежгите, где ресуются. Все, где ресуются, забегите. О, ребят, пожалуйста, тихо, я слушаю команду Чуча. Когда он мне скажет, ставь, я ставлю сразу. Подождите. Все, ставлю, да? Подожди, да, секунду, да, да. 10 секунд, подожди. Не, не там. Ставь сейчас, не ставь сейчас. Подожди, Кирилл, подожди, блядь. Подожди. Нет. Кирюха, ставь как только. Я знаю, чтобы Леся ответила насчет этого. Да, можно. Чуча, можно? Отыгрывать? Да, можно. Можно отыгрывать? Нет, еще. Подожди. Чуть напиши, пожалуйста. Сейчас, подожди, бомбу, подожди, тише, подожди. Тише, тише, да, блядь, заткнись, нахуй. Пожалуйста, я скажу, когда... Все бежим в дальний чек. Просто Леся может сейчас сказать, не надо, типа, нет. Она говорит, нет, не надо, видишь? Да давайте ебанем. Да надо, блядь. Ну, Лесь, пожалуйста. Надо, надо, алё. РП взрыв должен. Кирилл, чё ты, кого ты слушаешь, боже, чё? Надо, взрываем. Всё, да, взрываем, похуй. Говорят, не надо ставить бомбу, просто ПРП, я не знаю. Помнишь, что говорят, можно или нельзя, главное? Можно, все. Чё ты боишься, боже? Ну... Мне поебать, что они там бежат, скулят. Я сказал, что можно ставить, все. Мы так хотим. Ставь, она системная, она системная. Ты просто нам помогаешь для РП. Лучше, может, на 20? На 20. Давай 20, давай 20. Вы не убежите. Давай 20, давай 20. Убежим. 20, все, ставьте 20. На 20. Ставьте на 20, минус, на 20. Быстрей. Ну да, ты берете РП. А если скажите. А ты берете РП. Да, скажите. На 20 секунд. Все, погнали. Все, да стой, ставьте, да, ставьте. Ставь. Да. Стоп, Чуча, ставить? Да ставь, да. Мразь, я сказали, блядь. На 20. Сейчас как отыграется, что поставил бомбу на пол и завел ее. Все, валим, 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 валим. Куда валим? Дальний мальчик. На дальний чекпоинт, дальний чекпоинт. Да я могу, нет. Я не могу, как. Убежали, ты выходил. Донос, в гетто все бежит. Один ко мне может стоять, один ко мне. Люшфер, Люшфер, в гетто все бежит. Бомба взорвалась. Все уходим, все сваливаем. Великий Кирилл, дай. Там просто 10 человек, бабах! Все, миссия выполнена. Там вся бойка в кубах тупо тус. Ух. Мне даже Грэм не помог. Ебать. Меня там разнесло тоже. Бонни-хопти, бонни-хопти. Нормально вы побежали. Я в сын.